Ура! Доброе утро! Начинаем его со щавля. Доброе утро, мама. Даже еще 8 нету, да? А мы уже работаем. Готовлю обед. Сегодня у нас барилла. Макарошки. Уже почти готовы. Они долго варятся. Минут 8, наверное, точно. Вот. И мясо в духовке с соевым соусом. Наше любимое тут. Как всегда, тут все повытекало. Поэтому надо будет сейчас мыть плиту. Вернее, поставила я сюда противень, закрыла вот этот вот воздухоотвод из духовки. И вот конденсат начал капать, и тут все вылилось, в общем. Дождь, несмотря на то, что обещали, что дождь будет только вечером. Даже нет 12, он уже идет. Слышите? Клево. Так, мы уже повязали. У меня голос так и не восстанавливается. Не знаю, пью горячий чай с лимоном, с медом, но пока никак. Пока вот такой вот голос. И еду за Григорием. Тучки как бегали, так и бегают. Погода такая вот прям осенняя. Уже даже тут переключила воздух на теплый. Потому что после 24, после 30 градусов, вот 16, с таким ветром даже прохладно. Гляньте, какая тут семья коров. По-моему, это семья, да? Смотрите, как здорово. Такие тучи и коровы. И кладбище. Ну. Все, Григорий идет. Четверг, завтра уже пятница и выходные. Ну что ты там? Нормально. Ученик английский, как там наш? Нормально. Про овечку Долли. Не спрашивали? Он, видишь, лёд. Ага, будет, да? В кино у нас? Ну да. У нас же теперь в станице кино показывают в Доме культуры, прям с попкорном. Ну, уже вообще. Чипсы. Да? Интересно, а туда со своей едой можно? Не знаю, наверное. Все, всех забираем. Да. Кота, Мока, я же еще последним уроком английский не закончился. Да? Да. А друзья в английский? Нет, на котором так, а тут поделки. Мама, я за Зоей сегодня следил. За Зоей? Да. А Зоя сегодня, что ли, приезжала? Да. Так, сейчас Афонину найдем работу. Афонины шарики и флажок, да? Да. Скоро праздник. Скоро праздник. Два флажка у тебя, да? Да. И три шарика, да? Это Маргошина работа. Чего красная шапочка? Кто такой толстый? Да ты такой толстый. Ты большая макарошка, да? Мама, китайские палочки. Так, иду на улицу, все покушали, всех покормили. Я рада. Все наелись, и сейчас идем чего-нибудь поделать на улице. Прям буквально засеку сейчас себе 15 минут. И немного по двору тут поубираю. Так, тут тучи, у нас уже прям вообще темно-темно. Вообще погода, в общем, на Кубани очень переменчивая. Вчера было лето, сегодня уже осень. Все очень быстро, хорошо, что не зима, как бы. Снимаю вместе с фонариком, потому что у нас выключили свет, представляете? Даже один пряник не досох, видите, вот такая трещинка. Ну, небольшая, но все равно. Не идеально залито, значит. В смысле, значит, что рано вытянуло. Мы просто выключили свет. А, и включили. Ура! Включили свет! Я так рада, я так рада. Ура! Я спать. В общем, мало чего сегодня снимала. Все из-за того, что горло все равно...
ну, не дает мне покоя, в общем-то. И хотела сказать, вот что не могу лечиться. В плане того, что кроме каких-то сосательных вот этих вот леденцов от кашля, ничего, ну, чай там с лимоном и с медом, и все, не могу ни сиропа, ни ингаляции, ничего. Мне это все не нравится, я не представляю, как мои дети все это делают. В общем, ладно, буду прощаться, потому что с таким голосом, мне кажется, страшно только пугать народ вообще. Все, я спать. Надеюсь, завтра все будет лучше, уверена в этом. Так что всем до завтра. Пока!